Внешнее независимое оценивание под угрозой срыва. Сегодня должно было состояться пробное тестирование по украинскому языку и литературе. Но Кабмин внезапно принял решение его отменить из-за эпидемии коронавируса. Одесский центр оценивания качества образования сообщил, что деньги за пробное тестирование, скорее всего, вернут абитуриентам не скоро. Все финансы уже потратили на подготовку. В этом году насчитали рекордное количество желающих пройти пробное тестирование – около 70% от зарегистрированных на основное оценивание. Это произошло совершенно неожиданно, потому что мы были на 100% готовы к проведению. Причем это было неожиданностью не только для нас, для регионов, это было неожиданностью для украинского центра, потому что их, собственно говоря, поставили перед фактом. Министерство образования, Украинский центр поставлены были перед фактом, что кабинет министра, вот это заседание там в 11 часов ночи, отменил вот этот пункт, где разрешалось проводить внешне независимое оценивание, пробное. Что говорится наших затрат, то где-то на 70% мы потратили те деньги, которые были предусмотрены на проведение этого внешнего оценивания. Мы же не прибыльная организация. Мы сколько собрали, столько и потратили. Остались у нас только те деньги, которые должны были быть заплачены людям, которые будут работать на пунктах тестирования. То есть инструкторам, дежурным, старшим инструкторам. Механизм, как это будет сделано, пока еще не определен. Но то, что раз было дано поручение, значит, Минфину проработать механизм, значит, я думаю, что он будет проработан. И, ну, сказать, когда это будет сделано, я не могу, но думаю, что все равно оно будет сделано в любом случае. В Одесской области на внешнее оценивание зарегистрировались около 24 тысяч абитуриентов. Пройти пробное тестирование можно только дома на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Но в первый день сайт не выдержал нагрузки и рухнул. Как именно пройдет основное тестирование – вопрос открытый. Главный санитарный врач Виктор Лешко допускает возможность полной отмены тестирования. В таком случае это сильно ударит по качеству образования и госбюджету.